Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Все мы знаем такого героя, как Блудсикер и его второй скилл под названием Блудрайт. Но самая большая проблема этого скилла в чем? Да, что при кастовании враг просто может выбежать из круга. Видите? Очень легко. Поэтому великолепно зайдет связка Блудсикер плюс Кристал Мейден. Как это все реализовывается? Давайте я вам покажу. Так, все подготовили. Сначала Блудсикер кидает круг. Кристал Мейден кидает стан. Все, враг гарантированно остается в кругу. И получает урон. А далее уже срабатывает наш третий скилл, пассивка, и мы убиваем врага. Великолепная действующая связка. Особенно она очень эффективна на первом уровне. То есть вы можете, в принципе, легко сделать ФБ. Если вам не нравится ЦМ-ка, как герой, да, вы можете вместо нее взять, например, Shadow Demon. Просто кидаете астрал, Блудсикер кидает круг. И нужно все сделать по таймингу, чтобы враг, выйдя из астрала, сразу же попал в круг. Но! У Crystal Maiden есть преимущество, это ее аура, реген маны. Поэтому она хорошо заходит с Блудсикером. Они смогут чаще реализовывать свою связку. Больше дамажить врага и больше его убивать. Попробуйте сыграть с другом, и вы увидите, насколько она эффективна, эта связка. И давайте мы сделаем напоследок еще раз. Фокс! Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!